Приветики. Ну вот, тут ничего сложного. Это манекен, вообще найден буквально, можно сказать, на помойке. Ну, где-то около было. Вот. И вот я так его приспособила, сделала вот такую снегурочку. Пришлось срезать верхушку у елки. Я уже ее срезала еще где-то на 1,5 метра, года 2 или 3 назад, я уже не помню. Вот. И тут вот сейчас мы срезали, и хорошо, на следующий год я ее переделаю, и она будет совсем другой елочка. Ну, а вот так она у меня теперь около камина будет стоять. Вот. Сейчас мы здесь ремонт сделали на кухне. Здорово, теперь она тут будет смотреться. Вот такая получилась. Хорошо, когда есть куски ткани вот, от штор. То есть у меня никогда ничего не пропадает. Вот так вот сделала. Оцените.